Водитель Kia Rio не пропустил пешехода возле торгового центра, поэтому свидетелей наезда было достаточно. Очевидцы рассказывают, навстречу иномарке двигалась другая машина. Она перед зеброй остановилась, и женщина начала движение. Не видел, его ослепло, и все. Она выбежала на дорогу. На помощь 56-летней женщине бросились очевидцы. Они вызвали скорую. Подбежали, да, конечно, в том числе и я, и этот, ну, пытались уж там как-то помочь, да, так скажем, оказать первую там помощь. Она на что там жаловалась? Ну, она не жаловалась уж как, она только стонала. С подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение пенсионерка была доставлена в БСМП. Эльвира Ермакова, Петр Греков, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.